Всем привет, друзья, с вами Джокер. И это видео, как я и обещал, разбор медпалаток. Смотрим. Я защищаюсь всегда на красном драконе, он у меня постоянно стоит на стене. Атакую я на скате. На данный момент мои палатки 2 245 000, без использования каких-либо навыков. А навыки есть всякие, например... Так, сейчас вам продемонстрирую сразу же. Вот у меня навык на палатке, плюс 200 тысяч. И вот еще, плюс 1500. Точнее, еще 15 тысяч. Ну, в принципе, очень сильно не добавляет. Могу еще примерно миллион сделать. Вот 3 точно. Так. Смотрим, ребят. Что я использую у себя? Каких героев? Врач. Два китайца. Мужичок и девчонка. Вербовщик. Два мужичка. Смотрим, во что они одеты. Я не стал называть их название. Язык ломать. Вы сами всех знаете по картинкам, ребят. Итак, Такаяна вот этот, одет у меня Золотое Возрождение. Раньше у меня была вот эта одета девчонка Золотое Возрождение, но я их поменял местами, так как теперь у Такаяна у этого у меня 5 звезд появилось. И открылась последняя способность вот в навыке, плюс 16,25% вместимости медплаток. Это очень сильно влияет, я их сразу же поменял, и примерно на 50 тысяч медплатки стали больше. На втором месте она стоит в Оранжевом Возрождении. А вербовщики у меня стоят вот эти ребята. Они, естественно, стоят в способностях по поддержке из-за вот этих вот навыков. Медпалатки, медпалатки, медпалатки. Их желательно одеть также в Золотое Возрождение или хотя бы фиолетовое или рыжие, ребят. И будет вообще просто нереально пушка. Но пока этого у вас нет, у меня нет тоже, можете использовать вот такой вот набор. Это такой, как сказать, бич-вариант, вообще самый дешманский, просто нереально. И он тоже дает немножко эффект. Видите, вместимость медпалаток 5000, 4400 и 7000. Также в кольце есть медпалатки здесь у нас. Еще 5000, вот такими делами. Пытался оставить его на первое место, но все-таки возрождение дает больше. Поэтому так. Как куется возрождение? Ребят, возрождение куется из набора жизни. Я об этом уже показывал, но еще раз повторимся. Нам наваливают в событиях постоянно доспехи зеленые, бывают синие, но удобно их не было, честно скажу. И серые. Вот они у нас серодимые. Так. Смотрим. Вот. Видите, у нас есть серые, есть зеленые. Каждый день берете, заходите в кузницу. Сначала активируете молоток и заряжаете набор возрождения. Так, мне теперь нужны кольца. Обязательно ставим золотой камень. Три чертежа. Здесь можно или синий, можно фиолетовый. У меня сейчас с камнями, с этими напряга, я использую так. Особо не парюсь вообще, повезет, не повезет, неважно. И все, начинаем, ребят, ковочку. Особо не переживайте, попыток у вас до хрена, главное добыть золотые камни. Камни золотые я добываю в мастерской, разбором, всякой фигней. Здесь постоянно также у меня собираются эти камни, прям все время. И чтобы у вас не получилось, ну я надеюсь всегда на фиолет и выше, но бывает и хлам летит, и серый, и синий, и зеленый. Ну как, ребят, всегда, как и бывает. Ускоряем, смотрим, что нам на этот раз выпадает. Вот так вот, ребят, рыжик. Очень хорошо. И это делаем, и все, заходим вместе с вами. Так. Возрождение, наборы. И здесь что-то синтезируем, что-то так бы делаем и дополняем своих героев. Одеваем их. И все у вас, ребят, будет хорошо. Палатки нужны вам всем, и мне нужны, чтобы вы могли принимать ралли спокойно, чтобы вам били и у вас были только ранены. Вот такое, ребят, видео о медпалатках. Всем вам здоровья, добра и счастья. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, кому было интересно. Всем пока. С вами был Джокер.